Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы на уроке грамматики, одноминутном уроке, да, помним об этом, поэтому буду очень быстренько рассказывать все и слушайте внимательно. Итак, present simple – это время, которое показывает нам, что происходит вообще, всегда, постоянно. То есть мы используем это время для того, чтобы рассказать, что в нашей жизни происходит всегда, чаще всего, каждый день. Например, я просыпаюсь, я встаю, иду в школу, на работу, пью чашечку кофе, иду в кафе, разговариваю со своими друзьями или общаюсь со своими друзьями каждый день. То, что со мной происходит постоянно. Или каждый год мы ездим в отпуск. Или же вообще я работаю учителем, да, то есть то, что происходит вообще, всегда. Если мы можем сказать такую фразу «вообще», то нам нужно present simple.